Так, еще раз повторим то, что мы и так много раз повторяли. Ага. Все нюансы, все моменты. Надеюсь, что все помнят. Так. Кирилл, твоя задача — угости ее булочкой, при этом положи свою руку ей на плечо. Даже. На плечо? Помнишь, вот так? Вот нормально? Нормально в камеру смотрит? Поправь, пожалуйста, ей макияж. Ага. Да, вроде нормально. Окей. Я забываю, что ты смотришь на нее. Простите, пожалуйста, вы не видели хлопушку? Какую хлопушку? Квадратную такую, пожалуйста. Не. Дим, я тоже увидел. Ты хлопушку не видел? Нет, иди там посмотри. В кадре нормально смотри. Нормально. Ребят, хлопушку не видели? Даша, разумеешься, Даша, нужно исправить, да. Ребят, я нашла! Дорогой друг, это волшебная реликвия. Будь внимателен и осторожен с ней, ведь от нее зависит успех фильма. Магия кино начинается с хлопушки. Первый хлопок перенесет тебя в старые добрые 1880-е, когда все только начиналось. Время балов и торжественных приемов. И так пойдут эпоха за эпохой, удар за ударом, все в новое время. Мотор идет. Поехали. 2-4-1. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. В томлении грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Жилка и нердин, не в страхе теперь, горная страда меня не поймала, Севря не тронул на горливый стель. Чтобы вернуться на съемочную площадку, нужно хлопнуть два раза. Захватывающего путешествия. Маша, ты чего? Все, пойдем. Ребят, начали.